Участнику Великой Отечественной войны, отмеченному орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу» и другими наградами, заслуженному строителю Чувашской АССР, отличнику энергетики Торину Ивану Тимофеевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Новочебоксарска». Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Новочебоксарска» ветерану Ивану Торину приняло Новочебоксарское городское собрание депутатов в канун Дня города. Награда присуждена за значительный вклад в становление и развитие нашего города, за высокие достижения в развитии строительства, активную общественную деятельность и огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мне хочется вам передать все, что хорошее есть на земле, добрые, человечные и нужные. И способны. Иван Тимофеевич родился 25 августа 1925 года в Мурпосадском районе. В 1942 был призван в ряды Советской армии. В начале 43-го в составе 3-й гвардейской танковой армии принимал участие в сражении на Курской дуге. В настоящее время Иван Тимофеевич много сил и внимания отдает воспитанию молодых. Шествует над учениками одной из новочебоксарских школ, а также принимает активное участие в общественной жизни города и республики. На днях ему исполнился 91 год.